Здравствуйте, уважаемые зрители! Еще одна отличная новость. Россия приступила к разработке стратосферного комплекса поиска целей. А это означает, что самолет будет летать на высоте 20, а то и 30 километров и засекать ракеты и самолеты условного противника. Причем разработка начнется не на пустом месте, а на базе советского самолета М-55 Геофизик. В армию новая техника поступит уже в ближайшие годы. Тянуть с разработкой никто не будет. Об этом сообщает источник известий ВМО, а также подтверждает собеседник издания ВПК. У специалистов сразу возникает вопрос: это будет просто разведчик или полноценный ДРЛО? Мой ответ таков. Насколько я понимаю, это будет нечто промежуточное, благодаря использованию УКР Сыч, но об этом я расскажу позже. Не переключайтесь! Сначала напомню, что же такое самолет М-55 Геофизика. Самолет поднимается на высоту до 21 км, кстати, как и МиГ-31, и несет 2000 кг полезной нагрузки. 5 самолетов М-55 выпустили за несколько лет до распада Советского Союза, в 1988 году. А сколько их сейчас в ВСРФ, сказать я точно не берусь. Наверное, пару штук. Это относительно новая машина, и понятное дело, что ее все еще дорабатывают. И доработают. Во-первых, увеличат полезную массу, а во-вторых, поднимут на максимальную высоту до 30 километров, как я думаю. Самолеты будут подвешивать различные контейнеры с радарами и аппаратурой связи. Насколько я понимаю, высотный разведчик будет в первую очередь полезен для наведения артиллерии, потому что сейчас артиллеристам не всегда легко разведать цели в тылу условного противника. Между тем, у экспертов возникают вопросы. Зачем нужен стратосферный разведчик, если есть спутники? И какой смысл подниматься на высоту в 20 и даже 30 километров, если есть современные ПВО, которые все равно достанут самолет? Но тут важно понимать вот что. Чем выше полет, тем больше сканируемый горизонт. Поэтому чем больше высота, тем больше может увидеть разведчик. Стратосферному разведчику не нужно входить в зону ПВО условного противника. Вот чем суть. Он может летать за 50 километров и видеть то, что нужно в тылу противника на 100 километров. Что касается спутников, у нас со спутниками есть некая небольшая проблемка, о которой вы прекрасно знаете. К тому же спутники сканируют область во время мимолетного пролета на территории, а не 24/7. А вот разведчик может следить за территорией весь день, особенно если у него есть напарник. И не забывайте, что самолет гораздо дешевле, чем спутник. Короче говоря, спутники и высотные разведчики могут действовать в связке. Друг другу они не мешают и друг друга не заменяют. Поэтому США продолжают развивать свои разведчики У-2. США, между прочим, произвели более 80 таких самолетов. Они поднимаются на 21 километр, как и наши геофизики. Но я надеюсь, что новый разведчик России будет подниматься выше. Кстати, важное уточнение. На высоте 25 километров наш разведчик не смогут достать комплексы ПВО ближнего и среднего радиуса действия условного противника. Например, даже обычные ракеты комплекса С-300 поражают самолеты на высоте до 25 километров. А если самолет летит на высоте 30 километров, что тогда делать? Ничего. Самое интересное, что на новом самолете разместят комплекс УКР Сыч. Этот комплекс способен передавать наземным силам информацию о противнике в режиме времени, близком к реальному. Также Сыч может обмениваться данными системами ПВО, самолетами и ракетами. То есть ему по силам наводить вооружение на цель и одновременно обеспечивать связь. В комплекс Сыч входят 3 типа контейнеров. УКР-РТ предназначен для ведения радиотехнической разведки, поэтому называется РТ. УКР-ОЭ предназначен для оптико-электронной разведки, ну а УКР-РЛ для радиолокационной. Понятно, что разведчик не сможет взять с собой сразу 3 контейнера, так что в зависимости от ситуации к нему прикрутят контейнер с нужным типом разведки или связи. С натяжкой. Повторяю, с натяжкой. Можно назвать новый разведчик мини-ДРЛО, ведь он будет выполнять схожие с ДРЛО функции, хоть и на тактическом уровне. Напомню, что самолет ДРЛО действует на стратегическом и оперативном уровнях. В итоге мы достанем из закромов еще одно достижение Советского Союза. И это на самом деле хорошо, потому что все, что создали наши предки, нужно вспомнить и произвести, причем с улучшениями. Это называется вставанием с колен. Ведь никто еще не научился в мире производить что-то из пустоты. Всем нужно пользоваться достижениями предков. А как иначе? Кстати, что это я все о себе, да о себе. Расскажу, как о новинке отзывается военный эксперт Дмитрий Корнев. Вот что он заявил, цитирую. Летательные аппараты, работающие в стратосфере, в первую очередь обеспечат целями ракетчиков сухопутных войск. РСЗО «СМЕРЧ», Торнадо-С с высокоточными боеприпасами, а также ракетные бригады с «Искандерами» — вот кто получит большой прирост в эффективности. Также актуальные цели получат и фронтовая авиация, включая вертолетные подразделения, на вооружение которых стоят высокоточные ракеты «Элмур». Вот такое, друзья мои, мнение. От себя замечу, что главными выгодополучателями разведки из стратосферы станут наши бомбардировщики Су-34 и Су-57, а также истребители Су-35 и МиГ-31. Впрочем, сложно называть вооружения, которые не станут эффективнее после появления в войсках нового высокоточного высотного разведчика. Так что ждем новую птичку с нетерпением. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и делайте репосты. Всего вам хорошего, удачи и до скорой встречи.